Друзья, всем привет! Кто говорит, что на путанку ловить легко? А вот немножко другая сторона медали. У меня тут идет подготовка к весеннему пролету. Видно, да? На чем я? Я сегодня одел тайгу. Иначе по-другому места здесь не сделать. Самое злачное место, которое у меня есть по щеглам. Вода попадает на камеру. Чтобы сейчас сюда пробраться, здесь нужен вездеход, буран, снегоступы или тайга, которая весит, как я, наверное. Мокрый снег. В общем, задача убрать лишнюю присаду и подставить еще немножко репейничка. Но, ребят, я думал, сейчас я тут на лыжах пройдусь, а после лыж пройдусь сам пешком. Нифига, я не угадал. С лыжни, если ногу с лыжи убрать, там сразу по самые-самые нога уходит. В общем, нога кончается, а земли еще нет. Как-то так. Так что вот она какая подготовка места. Ну, теперь до встречи на ловле. Так. Ну вот, первая партейка. А он еще один летает. Не ушел. Раз. Два. Так. Три. Самочка. Четыре. Еще самочка. Пять. Шесть. Самчишка неплохой. Ой, зацепился. Виталька, цепи меня. Так, стой. Так. И вот номер семь. Тоже неплохой самчишка. Вот с этого дерева они все сюда спустились. В общем, выпутываем. Сидит. Давай втыкайся. Я шел, его и не заметил. А он тут. Но в сетке двое. Сейчас посмотрим, может воткнется. Так, друзья, смотрим. Подошла вторая партия. Что у нас со второй партией тут? Нет. Самчишка. Такой мордатенький. Так. Второй. Да. Тихо. Второй тоже самчишка. Нет, самочка. Да, самка. Вот такой вот самчишка. Как бы пока что ничего особенного. Реплавов не слышно. Ловим дальше. Полтора часа тишины. И пришел одиночка. Ну-ка достанем, посмотрим. Вот такой. Погода у нас сегодня очень пасмурная, поэтому так вот резкий плохо наводится. Ну такой щеглишка. Не сказать, что плохой, а не сказать, что хороший. Просто щегол. Возьмем пока. Вот проходила еще стайка. Еще две штучки попалось. Он как влетел аж, за репейник зацепился. Ничего. Ох, нифига, ребята. Вот это вот. Ну вот. Не только в Рязани белобородые встречаются. Сейчас выну, покажу его. Так. И второй.
Но это такой тоже интересный. Не белобородый, но такой крупненький. Сейчас белобороду будем смотреть. В общем, вот, ребята. Вот такая вот у него борода. Прям горло. Ровное, красивое. Ну, сам по себе щегол не крупный. Такой маленький, простенький. Но горло у него... Ну-ка. Резкость сегодня пасмурная, резкость не хочет набираться. Такой вот красавчик. Где резкость? Ну, в общем, ребята, заканчиваем мы сегодняшнюю ловлю. Вот отобрали двоих таких щегольчиков, более-менее по мордате. Остальных сейчас выпустим. Пролетной хорошей птицы еще нет, поэтому ждем пролет.